Каток на Якаре – один из самых больших в Нижегородской области. Его площадь более 13 тысяч квадратных метров. Он вмещает около 800 горожан одновременно. Для нашего города каток под открытым небом стал настоящим центром притяжения. Сюда приходят провести время семьи, компании друзей и просто любители активного отдыха. Самые маленькие фигуристы здесь впервые встают на коньки. Мне тут нравится, потому что тут очень хороший лед. Но если ты не умеешь кататься, то можно взять вот такие вот железяки, чтобы легче было кататься. Мне очень нравится этот каток за то, что тут очень хорошо кататься. Народа мало, а сам он большой. Здесь можно компанией покататься. Каток достаточно большой. Как катаетесь уже? Я хорошо. Не очень. Каток очень большой. Ну вот почему-то вот хожу сюда, как-то нравится. Каток очень гладкий бывает. Бывает тут пару бугров, но так-то каток прямой. Катаюсь хорошо, уже научился. На самом деле я из-за того, что училась в другом городе и приезжаю сюда к родителям, ну, когда у меня появляется свободное время, я стараюсь каждый раз зимой, когда приезжаю, выбраться либо на каток, либо на лыжи покататься. Погода в эту зиму немного капризна, поэтому каток уже несколько раз таял. В зимние каникулы он не работал с 1 по 4 января. В течение дня 5 января каток посетило порядка 2000 горожан. Подготовка льда – тяжелая работа. Сначала создают снеговую подушку около 15-20 сантиметров, затем проливают холодной водой. Получившуюся основу выравнивают горячей водой. Пользуясь случаем, приглашаю горожан на каток массового катания на стадионе «Икар». Для вас играет музыка, работает экран, есть буфет, где можно выпить горячий чай или кофе. Их с удовольствием провести выходной день с семьей. Каток работает по сеансам. В выходные с 11.00 до 21 часа, а в среду и пятницу с 15.30 до 21.00. Детям до 7 лет включительно, детям-инвалидам и детям из многодетных семей вход бесплатный. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.